Приветствую всех любителей товара из Китая. Пришли мне посылочки, вот 4 штуки. Одну я уже открыл. Заказывал я 2 подшипника. Это кто рыбалку любит, рыболовная тема, тут все по рыбалке. Заказывал 2 подшипника на лесковкладыватель на 5 ширины миллиметров и, кажется, 10, наверное, миллиметров диаметра. Внутренний 6. Заказывал 2, чтобы этот ролик лесковкладывателя вставить. 2 штуки. А пришел почему-то 1. Распечатал я уже конверт. Получается, думал, что может где прилипло, но нема. Нифига. Короче, 1 прислали. Ну, побачу. Может еще отдельно прийти этим конвертом. Или же все-таки может в этом быть. Сейчас побачим, что здесь. Надрезаем. Что у нас тут? Правильно, тут у нас ролик. Я уже на ощупь так пощупал, вроде бы. Ролик керамический, буду ремонтировать катушку свою. Такой вот ролик. На вид классный. А это на его подшипник. Ну, я заказывал 2, пришел 1. Не помню только, я у одного продавца их в разном этом, как бы сказать, 2 раза купил, то что бесплатная доставка, если брать. 1. А когда уже берешь 2 вместе, то доставка 60 центов была. При стоимости подшипника самого у сколько-то там было. Доллар, наверное. Так неохота было за доставку платить почти стоимость подшипника, так я заказал 2 посылками, кажется. Как мне помнится. Ходит он сюда свободно так. О, выпадает. Ну, на этом. На катушку поставлю, нормально будет. Вот только гляну. Точно. Одним я, кажется, 2 заказывал. Может еще придя потом позже. Короче, подшипник 1 пришел. Ролик пришел. Не дождусь второго подшипника, так потом отдельно закажу еще. Придется открыть спор, вернуть денежку. Так. Это на ремонт катушки у нас дело все. Ролик керамический и подшипничек. Открываем дальше. Вот это я не знаю, что тут. Скорее всего, что будут воблеры. Воблерная тема. Я много заказал воблеров. Будут потиху приходить. Катушка заказал хорошую на ультралайт. Кружится по Китаю туда-сюда. Да, 2 воблерчика пришло. Это хорошо. Воблерчики небольшие, можно сказать, сколько тут его вот. 4 где-то сантиметра, кажется, этот еще меньше. Маленькие такие. Маленькие вообще. Всего пальцы поставить на чем. То на ногтя небольшие. Но это заказывал. Хочу попробовать на верах тихенько с обрыва жерха половить на мелочь такую. Ну, красиво так выглядит. Там. И этот ничего такой. Вот это вот, думаю, по жереху и по окуню будет неплохи по мелководью. Поверху ходить. Ну, красивые воблеры. Ну, посмотрим на игру летом уже. Еще спиннинга собираюсь заказать на его. Леска есть уже. А катушка вот что-то долго не идет. Ладно, будем дальше открывать. Дальше у нас резина. Самому интересно. Получил еще вчера, их так лежали. Немного заняты был. Металлолом добывал. Было не до посылок. Так. 3 разных цвета будет резины. О, расскажу так. Получается у нас резина.
это вот красное, это 12-сантиметровое. 12 сантиметров. Я уже заказывал такую самую резину. Она не сильно что бы дешевая. Отдал я за 16 штук. $7. Почти 8. Так вот эти вот 100 зеленые, тут 8 штук я заказал. Получается немного дешевле, что 8 оптом типа. А вот эти что разных уже цветов, эти немного получается дороже. Тут получается по 4 штуки. Резина эта мягкая очень. И съедобка, то что добавлен этот аттрактант. Как правильно? Аттрактант, наверное. Это такая вот серебристый верх, животик. Типа чуть-чуть красненький, морковка такая. Морковного цвета. Ну, не морковного, а розовый немного такой. А это вот морковка, а сверху черненькая спинка. Это вот, думаю, будет хорошо в солнечный день по штуке. Наш съемочный аппарат. Так. Достану резину. Ладно. Было бы три руки, так показал бы близости. Как-то открывается. О, закупил. Получается резина в таком вот поддончике. На запах много это. Ну, масло поменьше, тот раз заказывал, совсем куча было. Такая вот прогонистая резинка, красивая. Это будет больше, я думаю, солнечный день работать. Темная такая, оранжевая. Ну, а на зеленую резину, эту вот что снизу, такую зеленую, я в том году, получается, когда уже можно было выплывать на лодке, это в конце мая, ну, в начале июня где-то, на Притече у нас ловил щуку на 5800, кажется, помню. Еще она мою надувную лодку 2,40 длинный против течения вместе со мной таскала. Я думал, сначала зацепил мелочь, стал к лодке подводить, она под дну шла, не поднималась. И в итоге вывел, словил ее, эту щуку, сачок завел, оказалось 5 кило. Сам был в шоке. На такую именно вот зеленую резину. Бликуя у нас свет. Свет бликуя малость. Так, покажу. Тоже 12 сантиметров резина. Съедобка. Мягкая такая. И она. И было у меня 4 штуки, я тот раз заказывал. То быстро разошлись на зацепах, да и режется быстро штукой. Это резина. А так я вот заказал сразу 8 штук. Уже проверенный на то, что ловил. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стоп, где 8? Если не ошибаюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так достану, может, где зачесалось в сторонке. Бляха, порвал взял это ухо, не открывается, просто так открыл. Наш поддон. О, ну да, одна была там внизу, зачесалась. Внизу, в самом-самом низу. Не видно было под этим. Или внизу, или вверху наоборот. Скорее всего, что вверху. Получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все правильно положили. Это вот с подшипником этим один пришел, заказывал 2. Я так уже заказывал. Раз оплачиваешь.
заказ. И второй раз одного и того продавца, и получается доставка бесплатная. А когда добавляешь два товара в один, типа конверт, то доставка становится там доллар, может полтора быть доллара. Хотя присылают в одном конверте, то что я заказал типа у одного продавца один и тот же товар, надо мне было 2 единицы, я заказал это, ну один оплатил, потом следом второй оплатил, пришло в одном конверте, а это я оплатил тоже посредника одним заказом типа и вторым, но один пришел, а второй не пришел. Я думал опять же положить этот продавец в конверт 2 подшипника. Так что будем ждать второго. Придет или не придет. Если не придет, то спор открыем. А придет, то придет. Короче, подожду, покуда может где на почте стирался. Ну надо, конечно, было сейчас буду. Сейчас бы сделал уже и это. Катушку. Ладно, такие вот товары. Ну, воблерчики мне понравились. Такие на выгляд красивые. Хоть и мелкие. Хочу немного позаниматься такой мелкой ловлей. Интересно. По траве, да по мелководью. Такие вот наш товар. Ладно, буду заканчивать. Распечатку провели. На случай то, если что будет поломано, или чтобы китайцам доказательство было. Ну все целое. Все нормально по количеству. 8 зеленых, этих по 4 резины. Морковного такого цвета с темной спинкой. Что можно сказать? Можно с Китая заказывать. У нас такая резина стоит до 2 рублей одна штучка. Рыбка. А здесь я заказал 16 штук. За 8 долларов, ну 8 долларов это сейчас 16 рублей. Плюс еще 6,8. Это 16, ну 20 рублей можно сказать. Не очень то и дешево, но у нас такой резины по такой цене все равно не найдешь. Резина уловистая. Словим одну штуку хорошую, да и добрую. Ладно, заканчиваю. Буду заниматься другими делами. Всем удачи. До свидания.